Ладно, ребята, это попытка Испортился. номер 15 стать это видео. У нас сегодня в Импрессе праздник. Жаль, что ни Булабраска не смогла прийти, и Ретроград, как главные стаффы нашей команды, нашего клана, они очень заняты оба сейчас. Так что придется снимать видос без их замечательных голосов. Скажите все за меня, я уже задолбался это повторять. Скажите все за меня. Давай, Дерек, я верю в тебя. Канон Бэй доделали. Теперь Улыбайся, Маша. Мего, Вейфа и Дрей. Это топ-5 демон. Это можно считать этот уровень как младший брат Фаерворка. Его спустя 2 года наконец доделали. Да, ребята. Ним. Сейчас я вот объясню, почему. Да, я запишу видос Максу. Так вот, смотрите. Если кратко, то геймплей строил Орта, не просто Орта, а старый Орта. То есть в то самое время, когда создавался фейерворк, был построен в то же время Кананбэй. И чел, который построил два парта в фейерворке, построил весь декор. Я не знаю, вот пруф, то, что мы не выпендриваемся, то, что реально закончили. Есть вот, пожалуйста, это вы уже все видели. Вот эта часть, вот эту часть еще никто не видел. Пожалуйста, это кораблик, потом мини-кораблик. Вот видите, такой декор необычный, который еще и переливается очень клево в Демку. игре. Ну и в конце вот это. Ну зарашено, очевидно, ну пускай будет, в принципе, насрать. Да. А чё, Мафака реально айпишник спалил? Ну вот дурак, ну. Да не, забейте на этого дебила, мне кажется. Мне кажется, жить с клеймом человека, который покрывает парня, который в 21 год или в 19 свою пипиську 12-летним мальчиком показывает. Ну это хуже, чем без электричества быть, так что насрать на Мафаку там. Не делайте ему ничего. Ну, если не было браску разрешить, то я не буду препятствовать. Так, ну, разрешение сначала спросите. Короче, GG, ребята, у нас праздник, мы в Импрессе через экран чокаемся все бокальчиками без алкогольного шампанского. Там, ну, кто-то бутератов, там, метадона, ну. Да, GG, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.